Я думала, Марсель покажет мастер-класс, как он умеет бегать. Марсель. Ладно, будет мастер-класс, она кто-то другого показывает. Кажется, никто. Давно штуку эту не ставили. Надо уже ставить, потому что на улицу уже меньше ходят. А фигуру как-то надо держать. Шекель, давай показывай. Без игрушки не обойтись, наверное, да? Нюхай давно. Давно не стояла, говорит, сейчас подумаю. Марсель подумал. Надо идти в спальню или на кухню. Вот так мы внимательно изучаем. Леопольд еще не видел, да? Не знаю, может, мы ставили, когда он еще маленький был. Шекель, скорость давай уже делай. Да. О, лисе идет. Лисе вместе. Лисе, да. Начинает. Что мяу? Красиво же ты так ходишь, красиво, интеллигентно. Вот так. Еще может даже захочет. И таким ласковым голосочком. Смотрите, как я красиво иду. Леон, не мешай. Леон, иди сюда. Не извлекай котов. Сейчас внимательно посмотрит, что это за агрегат такой, и может созреть. Все? Уступай место следующим. А Марсель понял, что надо, вот эта штука хорошая, но сбросил подушку и решил, что эта штука лучше. Да, Марсель? Да. А теперь у нас как бы Леопольд. Сейчас попробует. Интересная штука, да, Леопольд? Не, ну он еще не умеет, но ему уже интересно стало. Личная беговая дорожка. А Марсель думал, тоже может побегать. Думал, ой, ничего себе, спортсмен-активист, красавец. Что, передумал лезть? Устал уже. Подушку бросил, раз стараться. Леопольд, ну тебя устроила такая штука? Ну, говорит, ничего, буду бегать.